местах обитания обоих видов обыкновенные крысы предпочитают подвальные помещения, а черные – чердаки. Балансируя хвостом, они цепляются за веревки и с легкостью используют импровизированные трапеции. Черные крысы иногда более подвижны, чем обыкновенные. Они могут подпрыгивать в 10 раз выше длины их собственного тела и пролетать 1,5 метра по воздуху. Знаете, о чем я думаю? А вдруг она прыгнет мне на голову?